Mario, congratulations on the Thank victory. You. We can see that you're tired. Were you expecting that type of fight, a war like that with Ian Heinisch? Ожидал такой тяжелый бой. Мы видим, что ты чуть-чуть устал, и ты думал, он легче пройдет. Да, я хотел закончить его в первом раунде. Я знал, что в первом раунде не закончу, что будет такой тяжелый бой, потому что он хорошо дышит, у него хорошее кардио. Я ожидал, что будет тяжело с ним. Yeah, I was expecting the tough fight because he is a tough opponent. He is fighting till end, so I was expecting. But I get tired because I was looking for a finish, to be honest with you. But thanks God, I got the win. Me? Was there anything about Ian that surprised you in the fight, as far as him as an opponent? Чем-то удивил тебя? Не, ничем не удивил. Но я ему попал хорошенько пару раз. Он хорошо держит удары. Мне то, что я хорошо держу, я вложился пару раз ему в лицо. Один раз получилось, что он болтанул, или два, или один раз болтанулся, но он хорошо держит удары. No, actually he didn't surprise me, just I was surprised by his chin. He got a tough chin, so granny chin, if you want. So yeah, that's what surprised me. You've had a lot of success since moving up to middleweight. Does part of you wonder what would have happened if you would have done this sooner? Like, do you ever think about that? Он говорит, у тебя намного успешнее карьера сложилась после того, как ты перешел в средний вес. Ты задумывался, чтобы надо было, может, раньше перейти, чтобы ты уже мог бы достичь каких-то результатов уже. Да, я очень тяжело гонял вес, и каждым боем я всегда говорил себе, что перейду в средний вес, и все равно дрался я полусреднем. Я потом, короче, решил, уже на седьмом бою я решил уже перейти. И у меня пошло все хорошо, потому что в полусреднем весе я много гонял вес, и у меня, я уставал почему-то. Кому-то подходит, скажи, гонка веса, но мне не подошло, скажи. Yeah, definitely, I was thinking about that, and it was my mistake that I was used to fighting the welterweight, because I was struggling through the weight cut, but thanks, I get to the middleweights now, so it's much better for me. I feel much better in this division, this is my division. What happened? Were you worried at all when I went to the judges? Когда ты слышал, что объявляют, ну, когда бой закончился, ты переживал, что, может, ты не победил или? Не, я точно знал, что я два раунда выиграл, потому что в первых двух раундах он ничего не сделал мне. Я не скажу, что он мне попал там, только по ноге пару раз. Я ему попадал и валил его тоже. Третий раунд я сомневался, такой был 50-50. Может быть, он забрал третий раунд, но в два раунда я точно забрал. No, I was confident that I got the win because I definitely won two rounds in a row, but maybe I lost the third one, but I feel it was a draw. So I was confident with my that I got the win. And this is a huge win for you. Is there anyone you want to face next and how soon you want to get back to the game? Это большая победа для тебя. Кого ты хотел бы вызвать? С кем бы ты хотел провести следующий бой определенно? Я бы хотел бы подраться с Ромеро, но я знаю то, что он приезжал в Дагестан ко мне на родину и боролся с многими дагестанскими борцами. Я думаю, ему стоит еще подраться с дагестанским бойцом. Будет интересный бой у нас. I wish to get the fight with Yoel Romero because he is a legend. He was in this sport for a while, and I know he used to, back in the days, he used to wrestle in Dagestan, in my native republic. So now he got a fight with the Dagestan, not only wrestle. Now he got the chance to fight Dagestani guy. Ideally, when would you have that fight? When? Yeah. Когда бы ты хотел подраться с ним? Когда бы ты хотел вообще следующий бой провести? Я бы хотел вернуться где-то в мае, потому что у меня есть травма, у меня колено выскакивало перед этим боем. И была на плече операция, и она у меня до конца не восстановилась. Думал, восстановлюсь и где-то в мае вернусь. I want to return like in the May, in yeah, in spring, in May, because I got minor injuries. I did the surgery on my shoulder, and I got I received the injury on my knee right before this fight. So I want to completely recover, and hopefully I will come back and in May. That's it, guys. Thank you. Whew.